Здравия, соратники. Сегодня я покажу вам не туристическую часть Стамбула. Например, вот на задворках Голубой мечети. Вот такой провал. Иначе это не назвать. Это к вопросу о культурном слое. Повторяю, это на горе. И это около 10 метров вглубь. И подозреваю, что это не предел, потому что это засыпано. Это не покажет вам никто. От слова совсем никто. Потому что это исключительно мои съемки. Детальные. Может быть нудно, но мне кажется, оно того стоит. Смотрим детали. О, вкрапление белого камня. Очень-очень много битого кирпича. Вот тут вот. Такое ощущение, что в попыхах делали. Вот тут еще что-то было. И вот буквально 10 метров далее абсолютные тщедушные, тщетные попытки восстановить то, что раньше было. Несмотря на то, что это центр туризма, вот такие развалины там еще имеют место быть. Но этого вам тоже никто не покажет, кроме меня, пожалуй. Добра. Вот тут, кстати, в базилике снималось... одна из частей, один эпизод фильма «Инферно». Цистерна базилика. Святой Софии такая хель. Просто дикое количество всяких антенн. Дикое. Стоят машины, много машин. И тут между Святой Софией. А снимать нельзя. Откуда в стене вода? Тут же она была. По слоям, по всей науке. Что за говно тут? Тут реально говно. Исключительно зубилами и медными. Yeah.
О, опять фрактальчики. Вот оно, излучатели. Вниз. Нахрена вниз? Вообще не понял. Вокруг этой штуки силовое поле делать? Музей ковров. Но ковры меня мало интересуют. Меня интересует завихрение энергии вот тут. Вот эту хрень сделали из кирпича уже современная. Жалкое подобие. Просто жалкое подобие. Потрясающий вид на море. Потрясающее количество все-таки вот этих вот мраморных. Ух, резонаторы наверху, прелесть какая, просто прелесть, просто прелесть. Причем внизу отдолбили, но тут что-то было. Вот тут что-то было. Какие-то наконечники. О, шестиконечная звезда. Конечно же, евреи. А что не синагогу это сделать? Назвали синагогой. О, какая прелесть. Интересные излучатели. Излучатели здесь отбили. Как в московском метро мрамор. Технология одна. Это, наверное, чтобы стрелять лучше было, да? Исключительно из фортификационных сооружений. Блять, ну это красиво.
интересно. Первый купол, второй и третий. Вся энергия на резонаторами на купол. Красота. Как это делали? Медно не забил мне, что ли? А вот тут видно, что неровно. Так дальше. Вот это природный материал, а вот это залито. Ну как ты все сделали, так как залито было? А вот здесь такого нет. Это монолит. И это, наверное, как всегда, медными зубилами. Вот это неровно. Это монолит. Швов нету. Наверху четко видно, что монолит. Хотя вот здесь странно, что открывали. Футболочку. Дверь одна. Тоже, наверное, чтобы стрелять было удобнее. Дырдочка. Это все для фальсификации. Вот это железка. Хороший камешек, зелененький. Насолили херово. Пропитал. О, интересное соединение для крепости. Но это явно не выпилили. Сейчас. Пока той переводки будем. Красивое видео на дальше. Красота. Красота. Резонаторы. Потрясающий вид на море. Деревья растут интересным образом везде. Место силы.
Тоже, как всегда, дырочки. Кирпичей, наверное, не хватило. Ну вот, к вопросу о потопе. Явно заливка, дырочка. В основании камни, другой материал для вибраций. Вот она, основная высота. Или что-то в фундаменте. Солили остатки того, что было. Фундамент. Это около 6 метров. И вот это не для цели несущей конструкции. Это полукруг служил какой-то цели. It's very expensive. No. It's not for long. It's my life savings. Как кирпичная фабрика какая-то в Подмосковье. Ну а на сегодня достаточно. И до новых встреч, соратники. Следующая серия будет просто бомба, обещаю.